Сегодня у меня микропраздник. Я не готовлю ужин. А что мы сегодня готовим и кто готовит? Готовит Костя. Что же мы сегодня готовим? Вот казан. Между прочим, казан этот алюминиевый, привезенный из Казахстана. Здесь, в Катовицах, мы не могли найти такой казан. Итак, у нас есть казан, у нас есть масло растительное, у нас есть морковка, у нас есть лук, там режется мясо. Значит, что мы сегодня будем готовить? Нет, не мы, Костя. Костя сегодня будет готовить плов. Так-с, ну вот тут у нас уже зирвачок варится. К сожалению, здесь нету желтой морковки. Плов очень вкусный получается с желтой морковкой, но вот только оранжевая. Еще Костя сюда еще добавил чуток красного перца для чего? Чтоб красивый был. Ну и самое главное, конечно, зирвак. Я вот зира. Я не думала, что здесь в Польше есть зира. Оказывается, тоже есть. Вот, зира – это кмин жимский. Самая настоящая наша узбекская зира. Здесь он уже замочил рис. Но я, например, вот как-то вот, когда готовила рис, я уже 20 лет не готовлю, как замуж вышла. Я рис не замачивала, Костя замачивает рис. Вот сейчас поварится зирвачочек. И потом уже Костя забросит. Запустил Костя рис, поставил на большой огонь. И теперь выпаривается у нас вода. Все бурлит, кипит, как преисподней. Сейчас он, когда полностью вода уже выкипит, мы закроем, подождем 25 минут, и будет готов плов. Ужин, который мы будем есть 2 дня. Очень хорошо. И я 2 дня буду свободна, как птица от этой кухни. И вот в итоге получился у нас такой красивый плов. Хороший. Очень вкусно. Все. Готово. Ура!